Виктор Янукович вообще исключительный придурок. Я совершенно не понимаю, неужели они в огромной стране Украине, где проживают десятки миллионов людей, не могли найти какого-то малого, который не только был бы высок ростом и статен собой, но при этом бы был бы грамотным, хорошо бы говорил и не умел, и не имел бы уголовного прошлого, или даже двух уголовных прошлых. Я просто не понимаю. То есть, почему двигают именно этого придурка? Это мне непонятно. А ему, я так думаю, что повредить ему же не может ничто. То есть, те люди, которые соображают, они видят, какое это чмо. А те люди, которым абсолютно все равно, кто ими правит, чмо или не чмо, и которые повинуются исключительно стадному чувству, там, в данном случае, какому-то этому сине-белому, да, вот, они хоть Янукович скажет, что Шекспир был великим украинским футболистом, вот, им это все равно будет в кайф.